Зевс, сегодня там я буду ночевать. Туда не лезь. Не надо открывать ничего. Мама там матрасик себе уже принесла, да. Да. Малыш, тебе надо матрасик? Ну, я могу принести и матрасик тебе, мне не жалко. Да, ему хочется мягенько. Сейчас схожу во второй корпус с матрасом притащу. Или тут тащили, который был на деревянном ящике, детский матрас? Да. Зевс. Малыш. Сынок. Сейчас корпус на тот, блядь. Сынок. Что у тебя с головой? Почему ты ее так держишь, малыш? Болит голова? Мама. Ну, кто тебя мог стукнуть по голове? Ты же не мог? Ну, что ты делаешь с водой? Ты зачем это делаешь? Мама, мама. Малыш, малышок мой любимый.